Увеличить урожай можно с помощью научного подхода. Для этого необходимо проанализировать тяжелые металлы и соединения, которыми наполнена почва. В этом на помощь аграриям приходят лаборатории. Образцы почвы просушиваются до полного высыхания и размалываются до микрочастиц. А автоматика делает из них вытяжки, от качества которых зависит весь будущий анализ. Автоматический комплекс весовой, потом прободозирование комплекс и просто блок дозирования. На рост растений влияют 4 основных фактора – это кислотность почвы, наличие в ней калия, подвижного фосфора и азота. На основе этих данных уже можно выбирать удобрения и увидеть разницу в урожае. У нас, как правило, недостаток идет элементов питания, потому что в любом случае это подвижные формы, то есть они вымываются, то есть они с горизонтом уходят, и плюс еще выносятся с урожаем. То есть если этот участок каждый год используется, то есть все культуры они выносят, каждый по-своему. То есть есть культуры, которые в меньшей степени выносят элементы питания, есть такие, как пропашные, то есть корни клубнеплода, они в большей степени выносят. Анализ почвы в лаборатории, как диагностика организма в поликлинике, нужна для правильной постановки диагноза и дальнейшего лечения. При этом симптомы могут быть видны и невооруженным глазом. Во-первых, растение само, оно увядающее, желтеет листья на нем. То есть видно по растению, когда если не хватает калия или фосфора, то растение внешне уже видно. То есть она ослабленная. Естественно, урожайность снижается. Стоит отметить, что даже на территории одного хозяйства потребности почвы могут отличаться. Так на уклонах полезные вещества вымываются быстрее, чем на ровных участках. Поэтому пробы берут в нескольких местах, а из данных анализа формируют карту. Ну, если картофель выращивают хозяйство, то нужна где-то среднекислая, слабокислая почва, то есть это 5,5, 5,7. Значит, для этой культуры нужно вносить доломитовую муку, допустим. Если кислая почва, чтобы снизить кислотность почвы. Однако контролем почв лаборатории не ограничивается. Для грамотного ведения хозяйства нужно знать показания воды, удобрений и даже кормов. Эти исследования позволяют провести те же приборы. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».